Ребят, доброе утро, мы уже проснулись. Я вообще начала свое утро с панической атаки, и, наверное, я перенервничала. Я стрессую и нервничаю. А все из-за того, что я знаю, что сегодня у Димы очень важный день. Я знаю, что у нас куча сюрпризов, и мы все это терпим, скрываем. Это очень тяжело, не спалиться. Я знаю, что сегодня невероятно классный день для Насти. Вот, она очень ждет Диму. И сегодня Настю ждет то, я думаю, о чем она, наверное, не догадывается. Я думаю, вы же все догадались. В общем, сегодня Дима будет делать Насте предложение. Это так трепетно, я так за них в хорошем смысле переживаю, что испытываю очень много эмоций. Следовательно, из этого немножко сдает моя нервная система. Я очень хочу, чтобы они были счастливы, чтобы все прошло хорошо, замечательно. Ну и чтобы Настя действительно была обрадована, взволнована. Вот, чтобы она была счастлива. И Дима тоже, чтобы был счастлив, сделал правильный выбор. И это все очень волнительно. И я вообще трепетно к таким событиям отношусь. Так что я собралась. Сейчас пойду к Насте. И она даже не догадывается, какой сегодня для нее будет день важный. Судьбоносный. Вот, так что это все трепетно. Вообще, мы все это скрываем уже кучу времени. И это все очень тяжело. Мы столько раз чуть не спалились. Ну и потом как-нибудь расскажу вам, просто времени мало. Так что всем хорошего дня. Иду к Насте. У меня миссия ее накрутить, сделать локоны. Взяла выпрямитель, заколку. Ой, у нас такое яркое солнце. Такое рассветное. Идем к ним. Мам тут уже красится. Настя уже накрасилась. Настя, покажись. Настю кручу сзади. Сейчас она себе кушать наложит и будем крутиться дальше. Хотите посмотреть, как завтракает Настя? У нее какие-то кружочки с каким-то молочком. Вкусные. Ладно, все, будем крутить. Мы все собраны, ждем маму. Там уже все. Ой! Я испортила кадр. Все уже ждут, стоят. Настя с нарядами. Кстати, Настя на платье. Красиво. Прикольно. Сейчас буду лачить Настю. Поедем. Уже проехали. Я просто спала. Там, где мать. Мы завезли Настю с мамой к Насте. Там Танюша тоже собирается, она тоже к нам поедет. А наша миссия сейчас, я, папа и Игорь. Во-первых, папа нас сначала отвезет, а потом за ними вернется, потому что мы все машины не помещаемся. А второй момент, нам еще нужно шарики надуть. Красивые, дембельские. Вот, так что у меня новая кофточка, кстати. Вот, сейчас едем быстренько. Шарики. Что, есть фонарики? Конечно, очень большой магазин, куча всего для праздников, пока нам надувают, это, в общем, какое-то время занимает, пока тут ходим все. Уже наши почти готовые шарики. У нас, короче, две звезды, две сердца, золотая звезда и три вот таких. Прикольно. Забрал у тебя, например. Я на танкистов тут еще в Волгограде, я сейчас поеду. Мы уже выдвигаемся к вокзалу, папа там железку свою забирает какую-то, а мы, в общем, с шариками, с Игорем идем к Насте, к Тане, к маме, они где-то возле фонтана. И фотограф еще у нас там сегодня будет. Бам, смотрите, как красиво! Классно! Мы уже сюда пришли, Настя, мама, тут Таня.
Вот, Наська фоткается. У нас сегодня фотограф. Тоже, кстати, Настя зовут. Вот, это, кстати, Димина одногруппница. Вот, и тут у Наськи фотосессия с шариками. Конечно, сейчас солнце не очень видно. Мама, ты такая красивая вообще. Мам, ты прям к этому фонтану подходишь. У тебя платье из всех времен. И Таня, давайте я вам покажу Таню. У нее невероятно красивое платье. Вообще просто огонь. Вообще, короче, если хотите ссылку, пишите Тане в личку. Сначала подписка, 10 лайков, и она вам скажет, где она... Все фотки, да. Потом она вам скажет, где платье. О, вообще такое красивое. Вот. Все, короче, красивые. Наська там? Наська там была. Ну, я чтобы я себя тоже сняла. Меня освежает эта кофта. Ой, Таня, что ты такая маленькая? На фоне вокзала. А, раньше, может, ты всегда на каблуках была, нет? Нет, никогда не была. Мы прошли контроль. В общем, Настя с Таней с фотографом уже пошли, снимают видео, а мы пока идем более медленно за ними с мамой. Еще где-то папа с Игорем тоже. Ой, жара такая вообще. У нас осталось буквально 5 минут до поезда. Даже 6. О, даже, наверное, 4. Даже 6. Даже уже подошло. Короче, уже приехал поезд. Там уже вон солдаты, шарики. А мы не знаем. Игорь с Димой. Ой, с папой уже там. А мы вот только идем. Вон там Игорь. Где? Вас всех захватил я. О, Дима! Разрешите? Эту дорогу пройти. В твоих глазах целый мир. Хочу наяву и во сна с тобой гулять допоздна. Случайность и тайна, она не случайна. Она не случайна. И под песню эту кружится планета, зажигает солнце наши города. Я счастливей стану вместе со мной, если ты ответишь да. Пусть стоит сюда, куда он? Давай, на кнопочку Да! Она сказала да! Да! В твоих глазах целый мир. Я помню тепло наших встреч, касаясь твоих нежных плеч. Понял однажды, как все это важно. Он показывает колечко, а Дим там со своими друзьями обращается. С кем служил? Служивцы. Фоткайте их. Вот, сфоткайте. Сфоткайте их. Вдвоем. Настя. Фонтан. Вот, вагон. Ня. Настя говорит, у меня... Ну, так обещал, когда говорил, Ладно, их нашла. Вот здесь вокзал, останемся, там надо кучу фоток, чтобы находить. Ну да. Можно спустя? Нет, все вместе. Вы говорили, Дим, как все фоток. Даже мне подарил у Игоря где-то. Крёстная приехала.
С крестной встретились. Теперь в центр фоткаться, вон там все идут. Зачем я так? Вон там. Вот. Мы идем теперь в парк пофоткаться. Вот ходил. Остановились здесь пофоткаться, мы уже в центре. Все, не дергайте. Вот, фотограф там фоткает, мама. Да, все, смотри, что. Все стоят, друзья где-то в стороне. Вот. Жарко, я, короче, устала. Жара. Я их снимаю. Вон там тут дети купаются. Тоже хочу ножки помочить. Жара, кстати, такая. О, классно. И холодная. Классно. Клево. Мама там катается. Мы катаемся с мамой, они пошли туда, ну, фоткаться, а мы с мамой. Мама, с тобой рассинхронно, кстати. Да, чтобы тебя снять. В общем, мы не хотим туда идти, мы хотим покататься. Тебя за шариками не видно. Классно. Фоточки, фоточки. Нашли мостик? Мостик нашли. Вон он, мостик. Как надо залезть? Классно. Они тут фоткаются, мы тут на лавочке развалили. Сейчас покажу вам нас. Не, я покажу вам маму, и вы поймете, как я лежу. Вот, тут здесь мы, я, Игорь и мама. Чего мы за ними бегать должны? Они там фоткаются, а мы как эти за ними. Кайф. У них фотосессия, а мы так. Ага. А мы шарики подержать. Шарики поносить. Да, да. Кайф. Может, ты тоже так ляжешь? Удобно. Тут фотограф иногда приходится лежать. Процесс съемки. Одиноким волком я продвигался долго-долго и в режиме ручном налетал я так много-много, и вдруг явилась ты мне, опалила все микросхемы, и тогда в голове решил, что скажу тебе первой. Выходи за меня, замуж выходи, выходи за меня, милая моя, выходи за меня, замуж выходи. Мы вернулись сюда, к фонтану. Все гуляют. Все гуляют. Давай, бахнем. Давай, давай. Настя, Дим. Снимаешь? Снимаешь же? Да. О! Блин, короче, фокус сбился. Фокус сбился. Сфокусировался. Да я по-нерусски. По-нерусски. Сейчас раз все разольем. Ну все, тут всем по чуть-чуть. Думаете, что мы? Вон там мало. Вот сюда налей. Себе налей. Да. Ну что, давайте. Сразу разливай. У нас, правда, одна кола на двоих.
запил свой мёд. Давайте за вас. Давайте. Давайте. Давайте за дембель. И за Наську с Димкой. Пока! Все поехали. Ну, в смысле, поехали Таня, Настя, папа, мама и Дима. А друзья Димина тут остаются, мама там. А мы с Игорем будем ждать маршрутку. У нас она 4:30, аж еще много времени, и мы хотим кушать. Что-нибудь вкусное в городе поесть. Мы пришли покушать в KFC, давно здесь не были. В общем, картошечку взяли. Колу холодную. Бокс-мастером. Так что всем приятного. Мы кушаем. Я уже успела снять себе макияж. Мы сидим тут уже, я не знаю, сколько. Час мы, да, тут точно? Полтора часа. У нас маршрутка через час. Больше часа. Вот, так что я уже успела покемарить, снять этот макияжик, покемарила прям тут на фудкорте, где мы сидим на диванчике. Вот, скоро поедем на вокзал. Усталость такая. У нас еще есть время, поэтому мы в магазине лазим в перекрестке. Смотрите, арбуз. Две дольки, 60 рублей. 60, 86 копеек. Обалдеть. Офигеть. Наверное, очень вкусно. Слишком вкусный. Смотри. Дыня? Дыня. 125 рублей, короче. 24. Килограмм стоит 150 рублей. Офигеть. Нет, килограмм 340. Я что сказал? 150. А. 340 рублей. 350. Да. Мы в перекресток зашли полазить. У нас пока еще много времени. Походим тут. О, кстати, знаешь, нам надо посмотреть лоток для котенка? Может, тут будет? Мы выдвигаемся уже на вокзал. Вот, у нас как раз там минут 40 до отправления. Вот. А получается, родители уже едут. Уже едут, как часа, наверное, два. Они уже подъезжают. Ну да. Попозже наберем, узнаем, чего они там. Вот они приедут, и им важно там все доделать, там салат, и все такое, Насте торт украсить. Короче, мы приедем такие все, на все такое готовое. Вот, так что едем. Выходите, товарищ деньги. Опа. Дома. И мы здесь тебя ждали. Ой, полопались. А мука спали. Смотри, вы старались. Мама старалась. Я же вижу, сейчас посмотрю. Забрать надо все. Отсюда чуть. Вот. Во, вот отсюда хорошо. Пенечек. Подальше. На твой? Так. Не хочу платить. Потом. О, хорошо, прохладно. Так, я не понял, Сёмка, ты что, раздвоил? Всё. Чё, мял? Чё, мял, не понял. Ой, ой. Ого. Как тебе? Сём, ты чё? Это я рисовала. Вау, круто. Тебе нравится? Да. Похоже даже на меня. Альховка Ростов-на-Дону. Прикольно.
Блин, ну пацан, ты потом скинул проект. Оценим. Смотри. А. Она еще светится. Кто светится? А, вот огоньки? Да. Подключаешь, она будет светиться. Тоже надо пацанам скинуть. Блядь, видали, как меня встречают тут? Дома. Ура, дембель. Дембель приехал. Пошли. Куда? Сюда? Да. Все, черт, песен. Ой. Ой. Че? Отпал. Ой. Отпали. Пока мы тут сидим на вокзале, ждем. Я вам покажу, что мы в перекрестке урвали. Короче, водичку взяли в дорогу. Игорь себе газированную он любит, а я обычно нашла, увидела, вернее, вот такие вот десертики. Не знаю, попробовать. У нас нет шумовки. Мы до этого видели цены, такие на нее бешеные, то 300 рублей, то 200, вот нашли за 30 рублей в перекрестке. Игорь рыбку купил, потому что они пиво будут пить, и Буэна был по акции, еще и киндер взяла. Где-то у меня в сумке тут. Настя написала, что они уже в Солочи, это значит, там еще полчаса ехать. Ну, сломался. А мы сидим, ждем маршрутку. Она у нас на 16:35, ну, ехать где-то часа два с половиной, вот так. Такие делишки. Потом будем вечером отмечать. Посадочка у нас уже на маршруточку, на нашу. Days pass by and my eyes stay dry and I think that I'm okay till I find myself in a conversation fading away. Что это такое вообще ходит во дворе? Юра, короче, армян, знаешь, который, да, так да. Поздравлял тебя. Кто это, говорит, тут пришел? Посмотрим, что они тут делают. Мы дома. Ой, как у вас прохладно. Нет. Как у вас прохладно. Спасибо. Смотрите, они тут уже стол накрыли. Вот. Сидят тут, фоткаются. Ждем маму, мама купается. Все, не дергайтесь. Все, сели? Так, вы успокойтесь, давай. Идет, устал уже. Кстати, Дима подарил нам с мамой розочки тоже, помимо Насти. Вот. Мой букет и мамин тут. Вот. Бедные они, конечно, от жары вообще разытывались. Какой стол у нас тут? Дима пришел, Настей. Ура, дембель. Мама тут, Настя, Таня, папа, Игорь, я. На фоне стола же. Ты сколько? Ну, по 5 минут как сидят. Больно? Сейчас больно? Сначала нет, потом да. Ну, в первое время нет, потом да, начинает болеть. А сесть больше негде, когда лавочек нет. Слушайте, это классно, вы, короче, гуляете, лавочек нет? Килограмм, наверное, 90. На этом моменте я обычно говорю все руки в воздух. Ты знаешь, как с нам не друг. Я в шоке там, но я на ветру разлета. Прямо в иншот.
пошел.